Почему кошки любят залезать в коробки и пакеты? У каждого владельца кошки был такой момент в жизни, когда вы покупаете шикарный новый домик, но ваш питомец быстро спрыгивает с него и отправляется покорять картонную коробку от этого самого домика. Более того, коты любят сидеть даже в воображаемых коробках. Неуемные ученые проводили исследования на эту тему. Команда психологов из США и Австралии определила, что коты любят сидеть не только в настоящих, но и в воображаемых коробках, то есть внутри одномерных конструкций, формирующих или напоминающих квадрат. Об этом ученые рассказали в своей научной работе со смешным названием «If I fit, I sit» — «Если я влезу, я сяду», опубликованной в научном журнале. И для того, чтобы выяснить причину необъятной любви к коробкам, снова обратимся к дикой природе кошек. В случае опасности кошки ищут укрытие, которое будет как можно меньшего размера и не сможет пропустить более крупного хищника. Поэтому они лезут в коробку, ведь ее замкнутое пространство создает ощущение безопасности. Они могут быть там незаметны для глаза врага и при этом занимать удобную наблюдательную позицию. Так как по природе кошки-хищники нападают на свою добычу неожиданно из засады, коробка становится отличной засадой. Она темная, незаметная и отлично скрывает кошку. Помимо прочего, любые картонные, бумажные и деревянные поверхности еще содержат запах настоящего дерева, что для кошек является приятной отсылкой к дикой природе. И последней причиной становится такой фактор, как теплообмен. Нормальная температура окружающей среды для кошек – это приблизительно 30-36 градусов, что для человека уже достаточно много. Поэтому в наших квартирах и домах температура на десяток градусов ниже, и кошки забираются в любые небольшие емкости, чтобы банально согреться.